который называется «Самолет на Мурманск». Ваши аплодисменты. Проходите, пожалуйста. Проходите. Какого? Какие места у вас? Седьмое, дальше. Проходите, пожалуйста, проходите. Проходите вы. Малая. Проходите. Какие места? Проходите. Да насрать, какие места. Ну тут я сел. Дорогие пассажиры, вас приветствуют российские авиалинии. Фуфло ваши авиалинии. Молодой человек, здесь не курят. Здесь не курят. Садись со мной, тут курят. Так, пожалуйста, пристегните ремень. Ремень пристегните. Малая, я хочу, чтобы это сделала ты. Так, успокойтесь, быстренько. Уберите ноги с соседнего сиденья. Уберите ноги с соседнего сиденья. Зачем вы туда поставили сиденье? Просто ноги уберите, хорошо? Куда? Просто уберите ноги, не знаю куда. Куда? Просто уберите ноги просто, куда не знаю. Я говорю, куда мы летим? Мы летим в Одессу. А я лечу в Мурманск. Ну хорошо, вы можете лететь в Мурманск, мы летим в Одессу, хорошо? Хорошо. Так, дорогие пассажиры, мы сейчас будем взлетать. Взлетаем. Да, алло. О, взлетаем! Борт 2717. Взлетаем, прошу разрешения бахнуть чиваса. Так, вам не будет никакого чиваса. Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Фуфло ваши авиалинии. Дорогие пассажиры, под вашими сиденьями находятся... Не надо говорить, что там находится. Я нечаянно. Зачем это афишировать? Успокойтесь, пожалуйста. Спокойно сидите, хорошо? Спокойно. Да, пристегнитесь, пожалуйста. Я хочу арбуз. У нас нет арбуза. Нет арбуза. Тогда дайте чивас. И чиваса нет. Какие авиалинии? Российские. Фуфло ваши авиалинии. Так, успокойтесь, пожалуйста. Спокойно сидите, хорошо? А у меня, между прочим, сегодня день рождения. Я поздравляю вас. Прекрасно, по вам видно. Все. Дайте порулить. Никто вам не даст порулить. Я требую, чтобы мне дали порулить. Спокойно сидите, никто... Порулить дайте мне. Есть чивас, будете чивас? Да, буду чивас. С днём рождения тебя, Андрюха. Прекрасно, давайте. Заканчик обратно. А теперь порулить. Так, спокойно. Порулить мне. Я больше не дам вам чиваса. Фуфло ваш чивас. Авиалинии. И авиалинии. Так, спокойно, сидим спокойно. Хорошо, все, спокойно. Успокоились, да, летим, спокойно. Все. Вы мне напоминаете одного урода, с которым мы летели, сколько, 12 часов летели во Вьетнам. С таким же уродом, как вы. Блин, ты воевала во Вьетнаме. Нет, не воевала, мы просто летели во Вьетнам. Так, успокойтесь, пожалуйста, хорошо. У вас тут так накурено, это ужас вообще. Дым трубой, откройте иллюминатор. Нельзя открывать. Я откройте, люблю на скорости, чтобы руку выставить. Так, успокойтесь, и спите уже. Вы можете лечь спать? Блин. Спокойно ложитесь спать, хорошо? Успокойтесь. Постели мне постель. Так, спать, ложитесь я спать. Я не могу уснуть. Давайте. Расскажи спите, мне спите, сказочку. Спите. Расскажи мне сказочку. Расскажи мне. Жили-были в одном лесу. Расскажи мне сказочку. Жили, были, вот. Успокойтесь, все, мы уже прилетаем, уже приземлились. Давайте, мы выходите, приземлились. Давайте, выходите. Давайте, выходите. Куда? Выходите, Одесса уже, Одесса. Одесса? Да. Мне на следующий. Это Одесса, давайте, Одесса, давайте, выходите, надо, выходите. Не надо, я лечу дальше. Все. Вы перепутали самолет. Это ваши проблемы. Вы самолет перепутали. Это и ваши. Давайте, вставайте. Если бы я перепутал самолет, значит, я бы занял чье-то место. Была бы драка, понимаете? Ну. Не было драки. Была драка. Как это было? Была. А где кровь? Юмор, так я красавец. Давайте, давайте. Давайте, давайте, на выход, на выход, на выход, давайте, на выход, на выход. Блин, все, слушай, все. Как тебя зовут? Наташа. Наташа, все, давайте, давайте. Сделай мне приватный танец. Мы не предоставляем таких услуг. Все, что давайте. Ты мне рассказываешь, я когда летел во Вьетнам, все предоставляли. Так это ты был? То заблевал весь салон, да? Туалет забил, на крыло вылазил. Я выйду в Одессе. Ребята, я нашла его. Я в Одессе. Это он.